Привет, ребята! Я хочу вам немножечко рассказать сегодня, пока я делаю масаки свои, жарю здесь из масаки, из теста делаю тортиллос. Я вам хочу рассказать по поводу канадской зимы в двух словах. Меня очень многие спрашивают, Инна, что вы делаете зимой в Канаде с детьми? То есть, как бы у нас тут иногда, например, в Израиле, там неснойная погода, мы целый день с детьми дома, вообще уже все мультики пересмотрим, вообще не знаем, что делать. Что вы делаете зимой в Канаде, как бы, потому что, естественно, вы не можете гулять каждый день. Если вы гуляете, то куда вы ходите и вообще, что вы делаете? Это, конечно, вопрос насущный, вопрос тяжелый, вопрос, которым занимаются родители уже начиная с лета. Ну, во-первых, когда я только приехала в Канаду, мне сказали первое: вы должны сразу обзавестись друзьями для того, чтобы вы могли зимой вашим детям было с кем дружить, было кому ходить в гости и кому приглашать к себе в гости. Что, Габриэль? Иди сюда. Вот, это первая рекомендация была, и это правильно, потому что теперь, когда зима, конечно, сейчас есть одноклассники, сейчас он стал старше, но когда он был маленький, мне действительно нужно было найти каких-то друзей из садика или просто со двора ребят, которых можно было бы пригласить к себе, это детки вместе поиграют, вместе что-то покушают, потом посидят, еще что-то, можно какую-то активити с ними, что-то повырезать, что-то почитать, когда маленькие. Когда чуть постарше, конечно, они уже и в игры играют, и просто в развивающие игры, и на приставках игры. Ходят друг к другу в гости, тоже как бы получается, что как бы покрывается вот эта как бы первая часть этого вопроса, решается тем, что нужно обзаводиться друзьями, хорошими приятелями, с которыми ребенок может проводить время. Помимо этого, есть очень много индур всяких игр. Ну, во-первых, почему бейсменты здесь очень ценятся в Канаде? Ценятся, потому что бейсмент — это как бы как игровая комната. То есть там покупают, есть настольные разнообразные игры, не только там, допустим, настольный теннис. Есть хоккей настольный, есть, знаете, такая вот штука, такой стол, он там многофункциональный, там можно мяч бросать на очки, там забрасывать в корзину. То есть вот разные такие штуки. Вот, конечно, очень много людей играют такие, ну, как, ну, типа морского боя, шахмат, да, вот такое всякое. Это как бы все, что касается дома, потому что не все люди любят ходить и гулять. То есть это то, что касается, покрывается квартирный вопрос, да, то есть все, что внутри дома. Дальше. Есть у нас аудур. Тот, кто немножечко не жалеет денег, да и не нужно на самом деле много денег. Коньки. То есть катки всевозможные. Есть много и бесплатных катков, есть много платных, но там они буквально символически стоят там от $5 и выше. Которые всякие при комьюнити тоже есть. Есть специальные спортивные клубы, да. То есть как бы катание на коньках. Можно учиться зимой играть на хоккее. Что? Менять памперс? Ну, пошли. Дайте. У нас идет хоккей для мальчиков, да. Просто катание на коньках. Для девочек, да, вот фигурное, кому нравится катание и так дальше. И просто катки здесь, при всех комьюнити-центрах, просто можно приехать и покататься на коньках. Просто в городе есть катков, очень много заливается по городу, в Торонто, в центре Торонто есть шикарный в даунтауне. Ну, естественно, я туда кататься ехать не буду час, чтобы покататься. Но абсолютно как бы великолепные просто катки с музыкой есть. Ну, про нью-йоркский каток я вообще молчу, конечно. Вот, то есть как бы вот это. Дальше, есть очень много лыжных курортов разнообразных, ну, как бы турбас, я не знаю, называйте как хотите, то есть не обязательно ехать туда. Можно с ночевками ехать, конечно, а можно выехать там недалеко, допустим, просто покататься. Есть горки небольшие, очень много есть таких вот всяких трамплинов, да, как это называется. Очень много разных таких лыжней, трасс лыжных, на которых можно ходить. Прям такие трейлы целые, да, существуют. Все это есть. Дальше. Огромное количество разных зимних фестивалей, которые проходят по всей округе, во всех провинциях. То есть надо просто смотреть. Я вам поставлю здесь ссылочки из журнала Toronto Families. И есть Toronto for Kids. В Монреале это был Montreal Mami, как-то так называлось, в общем, неважно. В каждом городе есть свой какой-то такой журнал, обычно он есть и онлайн, там просто все и outdoor, и indoor activities, которые идут на неделю вперед прописаны, на месяц вперед по-разному.
Там вы можете просто открыть и прочитать, например, сегодня куда поехать. И у вас будут бесплатные, платные активитис разные. Мы не говорим сейчас про лето, про весну, мы говорим про зиму, да? Вот, то есть в эти фестивали, конечно, там можно и покушать, и там есть разные активити, опять-таки поиграть в какие-то игры, все это на улице может быть, это может быть инсайд, опять-таки это все фестивали, то, что касается. Вот, конечно же, когда прекрасная, хорошая погода, дети просто гуляют. На площадку обычно мы не ходим, потому что на площадке скользко, на площадке снимают много качелей, ну, потому что это как бы not safety и все такое. Вот, но дети любят просто в снегу, да, попрыгать, берут просто сани вот эти вот, да, просто пластиковые такие подстилки под жопу, на которых можно просто прокатиться, и там снежные бабы и все остальное. Но именно вот такой вид отдыха, который на улице, все, что связано, он более проблематичный. Почему? Потому что, например, в Торонто очень, я говорила уже неоднократно, ледяные хлыщущие ветра. На таком ветру нету кайфа вообще никакого гулять, даже если есть снег. А второй вопрос, того, что снега не так много бывает. Вот сейчас у нас в феврале только выпал хороший такой снег, буквально третий раз, может быть, он выпал за всю зиму. То есть, все. Вот сегодня мы два раза убрали драйвей, и все, больше как бы снега нету. Я думаю, что не будет, по крайней мере, больше. То есть детям кайф, мы после школы шли, они там в каждом сантиметре падали, там делали angel, да, вот этот вот. И потом мы возле дома опять-таки чистили драйвей, то есть мы еще полтора часа после школы были на улице, благодаря снегу. Потому что не было ветра, было очень хорошо, было минус 2, это отличная погода. Пришли все такие замерзшие, я сделала им hot chocolate, этот горячий шоколад они попили, было классно, конечно. Вот так проходят наши зимние долгие вечера и дни. Поэтому, когда, конечно, зимние каникулы, если не летная погода, это очень тяжело. Поэтому мы, да, заводим друзей, мы ходим друг к другу в гости, мы приглашаем к себе деток. Потому что, знаете, детки пришли, поигрались, побегали здесь по этажам, покушали что-то, поделали с ними вместе что-то. Вот вы знаете, я пиццу делаю с детьми, детям нравится, какие-то даю им задания делать. Они еще исполнительные в этом возрасте, еще можно их как-то завлечь. Максимум, если нет, так можно всегда им дать какую-то там, не знаю, приставку, да, или какую-то дать игру им такую совместную поиграть. Поэтому стараются все в бейсменте так обустраивать, чтобы бейсмент их туда спустить, чтобы они вам не мешали. Вот, и они там играются, что-то, мультики какие-то смотрят, то есть вот такое. Поэтому, что вам сказать, я думаю, что я все покрыла. Ребята, кто меня смотрит из Канады, расскажите, как вы проводите свои зимние дни, зимние каникулы, зимние выходные, если погода нелетная, вам нужно сидеть дома. Вот. Но ты привыкаешь к этому состоянию. Конечно, мы ждем весны, конечно, мы ждем лета, потому что мы дома не находимся. Просто когда тепло, мы где-то вечно завеемся, потому что мы вспоминаем о том, что впереди долгая длинная зима, и мы ценим каждый день хороший, который есть. Все, я думаю, что я смогла немножечко тоже покрыть вот этот вот ответ на этот вопрос. Если у вас есть вопросы, еще задавайте. И если у вас есть что рассказать по этому поводу, с удовольствием выслушаю, поделитесь, это очень может быть интересно. В комментариях, конечно. Все, всем пока-пока. Покажи ей, как водить. Вот, берем здесь. Нет, вот берем здесь. Вот здесь, вот здесь. А, это то, что так, на кнопочках покажи, нажимай. Ну вот. И вот здесь. И вот здесь. Другую кнопочку, Габи, нажми. Другую кнопочку нажми. Напиши ее имя, Костя. Габи, нажми другую кнопочку, другую нажми теперь. Молодец!
Скажи привет. Привет. Как дела? Что ты здесь делаешь, Доша? Играю. Да? Да. Что там видишь, Дошка? Покажи мне. Bye. Нет, это еще не папа. Папа. Нет, это не папа. Папа. Bye, like, please subscribe my videos and like them. Oh, no. Oh, this is gonna be me and my baby's channel. My kids and babies. No! Copy John, I'm not ready to... You dare draw on me. Все, иду, продолжайте. Bye-bye. I need my homework, by the way. Homework. Что, мама? You can continue, мама, you can continue. Иду, занимайся, сынок. Да, я распишусь в твоей тетрадке. Нет. Нет, Габи. Нет, Габи, нельзя, нельзя. Рисуй на бумажке на своей. Да, молодец, вот так, молодец. Габи, ты делаешь обманку нам? Делаешь как будто на бумажке, а сама не на бумажке? One minus. Oh, there, that's your mark, Габи. Now sign it. Боже, какой ты злой. Ты поставил one minus? One minus. Очень злой мальчик. Надо ставить читы, сейчас она тебе распишется там на, за один майонез. Так, иду, не тыкать карандашом. Все, Габи, хватит.